Так привет, можно смотрите, попасть. Прикольные какие деревья мальчишки сделали из лего. Ваня. Да? Только один. Ваня. Только два дерева я сделала, Ваня. Как настоящее вот это, особенно зеленое. Это моя картина. Вчера закончила только кактусов. Как мальчишки наши, колючие, но только на первый взгляд. Да? Нет. Кто где? Кто где? Не знаю. Где Ваня, где Илья? А ты как думаешь, где ты? Какой из них ты, а кто брат? Я расцветаю. Ты расцветаешь? Нет, ага. Я расцветаю. Ну хорошо, я буду... Ладно, Ваня, все толстым. Маленький вы толстый. Ладно, Ваня, я буду высоким, да. Зато вот я такой... расцветаю. Какая картина получилась у меня. Я расцветаю. Кактусы. Two spinny. Два колючих. Две колючки. В общем, у нас тут творческая неделя. У нас дожди идут. Кстати, да, дожди идут уже. Целый уже второй день. Они еще идут. Так что нормально. Заниматься нечем. Больше как творчеством, да? Нет. Чуть-чуть туманчик, чем футбол вчера играл. Да, мальчишки футбол. Когда нет дождя, бегают, футбол гуляют. Вот такие вот. Вечером. Вечером. Понятно. Еще у нас вон монстера новая, красивая. Да, у нее растет бананас. Что за плод бананас? Да, что правда, это такое? Правда. Вот такие у нее красивые листья. Вот такая у нас. Плод бананас. Понятно. Его можно кушать. Да. Плод бананас можно, да, кушать. Да, как банан и ананас. Ага. Он на вкус как банан и ананас. У монстеры. Да. Все понятно. Да. Кстати, мы в магазин зашли. Да. Животных. Сидит попугайчик грустный. Ты что нас спрятал? Холодно ему, что ли? Спит. Хорошенький такой. Красавчик. Знаменитости. Захотел стать знаменитости. Он откроет рот. Да, он с тобой здоровается. Красивый такой розовенький, да? Ну, мне кажется, холодно. Да, может быть. Да, вон крысы, видели? Воду пьют. Фи. Ой, крысенок маленький вот совсем. Вон он. Бе. Вон крысы побольше. Ага, боитесь? Хомяк. Тут тоже хомяк, да. Думаю, тоже крыса. Ёжик. Какой ежик? А, точно ежик. Вон он там спит. Не видно. Крольчонок. 1100 гривен за одного ежика. С мальчишками тут по работе заехали по моей магазин разного декора для праздников. Боже мой, зонтики. Тут разные тематические вечеринки абсолютно. То есть гавайская вечеринка. Разные шары много. Нет, Ваня, это скучно. 250 гривен? За 50 гривен это было. А, 50 гривен. Смешарики. Пиратская тема. Пиратская вечеринка. Поднимай. Все, наконец-то у меня есть собственный рыцарь. Вот классные разные стаканчики. Зигзаг, горошек. Мама, для гостинцев. Этот пиратский какой-то не очень. Он слишком гнется. И вот Happy Birthday. Тоже такие. Разная клоунская тематика. Какие пони надувные, огромные стоят. Они почти в мой рост. Пинки Пай. Не знаю, сейчас будем стрелять в тире с мальчишками. Вот тут такой тир прикольный.
Ну, Ванька, давай уже, стреляй. Ты куда-то туда аж далеко в бутылке целишься. Серьезный мужик. Я тоже только что бутылку сбила. Ю-ху! Так, Илюха, так, Илюха, ты что, круто? Давай, Илюха. Целься, целься. Давай, баба. Просто нажимай на курок. Юху! Есть! Класс! А ты если вот по вот этой звезде по краешку стрельнешь вот тут, она будет крутиться. Вот да. Говорю тебе, давай. Промазал. Зато в человека попал. Да. А, не, видишь, не крутится, а эти самые не убираются. Я думала крутится. А тут, видишь, вот по человеку, тут тоже есть, если ты вот, да, поцелишься, вот в голову, например, да, вылетит, дырка будет. Давай. Ю-ху, нет бутылки. Была бутылка, нет бутылки. Ну да, а с пневматики что, не так интересно, как из настоящего? Да. Мне кажется, разницы никакой нет, что с настоящего, что с пневматики. Есть. Есть разница? Да. А в чем? В чем? Ну, особенно в форме есть разница. Ну, в форме понятно. И то, что там надо патроны перезаряжать. Ясно. Ой, зона вон тут какая-то. Тату пензи. Чем еще летом заниматься? Давай. Вот. Я поставила. Окей, так, теперь я, да, мой ход. Есть. Сейчас упадет, сейчас упадет, сейчас упадет. А, не. Вот. Я поставила. Так, теперь я. Ай! Блин, все, я выиграл! Ты сейчас будешь прыгать. Я отвлекаюсь на видео и. О, есть. Из-за этого, да? Угу. Все? Так, мой ход дам. Давай. Можно сейчас на видео не смотреть. О, есть. Да. Рискованный момент. Ход мамы. Он считается. О, нет. Есть. Рискованный ход был, но вы... Я хорошо, бачишь, что скоро будет выигрыш. Скоро кто-то должен проиграть, уже скоро. Есть. Смотри же, какая башня высокая. Сейчас упадет. Ой, нет. Все. А все держится на одном маленьком стульчике. И вы должны, да. Давайте. Ты можешь ай, и... Ай, падает. Башня падает. Упадет. Башню идет и. Ну, мама, все, не держи, это уже. Это уже да! Проигрыш, я Иван, выиграл. Иван, я выиграл. Мама, какие ваши ощущения после игры? Я расстроена. Так долго боролась, да? Ладно, Ваня, а ты? Какие ощущения у тебя после игры? Победителя. Все, спасибо всем. Победитель. И я выиграл. В магазине мальчишки нашли картошку, жабу. Или кто это? Жаба. Да, на жабу похоже. Это картошка собака. Вау-вау. Да, ну, не пишу, не видно же ничего. Ну, типа, не на жабу похоже. Надуваем лодку. Сейчас поедем кататься. Да? Нет. Ты будешь грести? Нет. Почему нет? Что я значит... надуваю лодку. А кто грести будет? Ваня, вон играет в футбол сейчас. Ваня будет грести. Да, Ваня? Да. Давай, Илья. Смотри, тут пол лодки надувается в одну дырку, пол лодки в другую. Значит, Ваня надувает вторую половину. Ну, конечно, мечта. Ах ты лентяй.
Ужин не получишь. Так, отправляемся в плавание. Илья, бегом, становимся и... Эй, Ваня, Ваня! Что такое? Раз. Да куда ты без меня? Как здорово. Ты что-то после водоросли попробовала. Сейчас я развернусь. Пошли, поплыли, поплыли, поплыли к берегу. Сейчас. Мы так мало проплыли, если честно. Пешком было бы быстрее. Надо учиться синхронной работе. Папа опа, музыку включил. Опа! Да, пошли, пошли, романтик. Пошли. Нет. Вот так ай. Вот будем прыгать. У-у-у! Заплыли далеко-далеко. Давай! Мы вон оттуда приплыли. Давай! Фу! Ого! Сальто прям. Круто, как удачно дерево в воду свалил. Как удачно дерево в воду свалил. У нас музыка как раз. Ёжик у нас тут на даче. Это уже третий за день. Третий за день? Как и разговаривает. Да ты знаешь, он, кстати, разозлённый, и он боится. А чего он разозлённый? Он такой шипит. Убежал. Пошёл, пошёл, пошёл. Иди сюда, не уходи. Будешь звездой Ютуба. Алло. У тебя 10 000 людей. Всё, ушел. Ушел. Зоська, ушел ежик. Ушел. Да, мой хороший. Куда, куда, куда? А он где-то там пошел.